Так, здравствуйте всем. Сегодня поиграем в Satisfactory. Сегодня поиграем мы экспериментальную сборочку, ребята. Новейший разработанный контент. Окейушки. Мы предупредили. Окейушки. Сохранение вот тут вот находится. Окей. За работу. Сразу нам указывают, что надо идти за работу. Спасибо огромное. Что указываете мне, что делать? Значит, ребята, перед тем, как начать видео, ребята, подпишитесь на канал, комментируйте, нажимайте лайки. Что еще там, колокольчик, чтобы стримы мои не пропускать, ребята, да. До 1000 буквально чуть-чуть осталось подписчиков. Кстати, кто захочет, ребята, я ссылочку оставлю в этом самом, в описании. Присоединиться, поиграть в Satisfactory, ребята, вот. Можем через Steam поиграть, ребята, вот. Или через Epic Game, в общем-то, все равно. В общем-то, вот. А мы, ребята, начинаем новую игру. А мы не просто так, ребята, я выбрал, что сегодня буду играть в Satisfactory, потому что... Скоро будет обновление 1.0 выйдет. Ну как скоро? Не скоро, но все же. Вот будем ждать, ребята. 1.0. Значит. Окей. Значит, 1.0. Будем ждать, ребята. Значит, у нас. Так вот. Только друзья. Advanced мы не трогаем, ребята, ничего. Вступление мы не пропускаем. Значит, начинаем, ребята. Если что, это не гайд, ребята. Это просто геймплей. Здравствуйте, а где я? Ага, я, получается, только что... О, вот-то что такое было? Пожалуйста, зачем я это самое? Посмотрите инструктаж. Подожди, а я могу? Подожди. Fix-It pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Строите, в общем-то, исследуйте планету, это логично, собираете ресурсы, используйте AMD для анализа. Оптимизируйте процесс. И вот и все, и за работу. И будьте эффективными. Ну, или как-то так. Атмосфера через... через 5 секунд. Вот, мы входим в атмосферу. Минуточку. Пока мы входим в атмосферу, я быстро кое-что сделаю, ребята. Где это было? Я просто не вижу где-то. Язык, камера, пожалуйста, а где это? Субтитры включаются, я забыл. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Гамма вертикальная синхронизация. Принять. Remember, efficiency first. Какой год спит? Мы только что приземлились. Здравствуйте, мы просто только приземлились. Здравствуйте. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija.
IAM ADA, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Note: Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. Так, подсказка. Что за подсказка? Инициализация. First objective. Ага, первая задача. The drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note, первое... Fix it incorporated as cost-effective and efficient. We do not waste. Мы всему найдем применение. Хорошо, что вы найдете применение. А вопрос, а применение это самое урану, то есть отходу урану, у вас есть применение? А нажмите F, чтобы демонтажи... Так, F. Ага, разобрать. Разобрали. All important fix-it data and communication is recorded and stored in the codex, including these steps. Так, кодекс на букву О. Кодекс. Кодекс. Рецепты. Обучение. Инструктаж. Приветствия. Инструктаж. Разборка посадочную капсулу. Инструктаж. Кодекс. Инструктаж о кодексе. Замечательно, спасибо. Second objective. Please ensure you have your fix-it incorporated, Xenozapper, equipped leaving the drop zone. Ага. Note, according to fix-it regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Xenoshocker, правильно? Да, Xenoshocker. Урон один у нас. Ага, он показывается даже... Как собирается ксеношокер? Из чего собирается он? Ого, понятненько. А вот наш хаб. Да, деталь хаба. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Ага. Note: the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Ага. Спасибо. Где железо? На букву В. Ага, железо найти. Давайте вот пойдем в ту сторону. Там железо много, правильно? Там железо. Да, там много железа. Давайте в этот раз туда, может быть, не пойдем. Так, нам нужно железо. Ой-ой-ой. Нет, туда я точно не пойду. Тут у нас внизу этот самый находится, правильно? Да, тут очень много меди. Тьфу, не меди, этой. Лаймстон. Известняка. То есть мы сможем известняк. Так, почему он начинает подвисать? Так. Так, идемте вот. Я не знаю, в какую сторону идемте. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Я знаю, кто вы. Здравствуйте, я знаю, зачем вы пришли. Смотрите, я умею вот такой делать. Хопа. Нет, а где он? Давай, иди сюда. Цыпа, иди сюда. О! Вау-вау-вау! Похлебал получил я тоже. На! Похлебальнику получил он тоже. Здравствуйте. Почему-то FPS очень сильно. Шанс увеличения MMI доступного исследования. Ага. А, подождите, начинается просадка FPS очень сильные. В окне без рамки. Почему? Полный экран. Полный экран. Принять. Окей. Давайте поставим высоко. Давайте поставим качество текстур. Ладно. Так, у нас тут есть... Что у нас?
обычный известняк, кстати. Там, кстати, было больше известняка. Ой. Но здесь у нас есть железо обычное. И тут у нас обычное тоже железо. Богат... А. Постойте, хаб. To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Ага. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. О! Здравствуй, Надя. А где Эдгар? Так на, Надя. По жопе получила, Надя. Передай привет своему Эдгару. Ой, Надя, убежала Надя. Надя, ты куда? Ладно, Надя убежала от меня. Так, постройте хаб. Постройте. Она сказала рядышком около строительного этого самого. Вот так вот давайте построим пока что. Не хватает ресурсов, да. У нас хватает ресурсов. Congratulations, you have unlocked. Hub feature, manual craft bench. Hub feature, hub terminal. Fifth objective, complete hub upgrade one. Note, значит, the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Так, значит, так, уровень 0, улучшение. Нам требуется, окей, уровень 0. Давайте мы сохранимся, кстати. Сохранить игру. Вот, уровень 0. Так. Ага. Так, поехали. Надо нам 10 железных прутьев. Погнали, крафтить железные прутья. Ой, пластины, прутья. Ага, прутья, конечно, ребята. Да-да-да, я молодец. Я молодец. Погнали. Так, собираем железную руду. Так, железную руду мы собрали. Так, идемте дальше. Так, нам нужно... что за фигня? Так, железные слитки создать сначала. Так, минутку, я могу соединить вот это? Да, могу соединить. Окей, погнали. Железные слитки. Так, делаем железные слиточки.
Да, пока что это все вручную и долго это будет, ребята, кстати. Так, создаем. Окей, слитки. Дальше прутья. Железные прутья создаем. И железные пластинки нам нужно. 10 штук, правильно? Давайте. Окей. Железные пластины. Нет, железные прутья. Железные прутья 20 штук. Ой, тьфу, 20. 10 штук нужно, окей, положим. Ага, каркас построился, я понял. И открылся нам вот это вот. You have unlocked building workshop. Equipment, portable miner, inventory, additional slots, hub feature, personal storage. Sixth objective, complete hub upgrade 2. Note, portable miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note, multiple portable miners can be used on a single node. Встроена в эту самую? Опа, на тут я USB есть. Подожди, а почему так... Короче, тут для USB есть... типа... Печка, которая будет переплавлять... руду здесь, типа... Она переплавляет руду здесь. Ага. И мы тут делаем, типа... пластины. Подожди, а мы пластины, типа, из... молотком, типа, херачим, чтобы... пластины сделать. Или как? Опа, она тут еще одна печка. Подожди. Тут оп. Тут еще одна печка стоит. Вопрос. А вот это вот что такое? Это просто... Этого не должно быть провода. Или где мы делаем этот самый? Подожди. Ну это хаб. Это у нас этот самый. Подожди. Это у нас отверточки. А где мы пластины делаем? И прутья. Непонятно. Ведь мы не можем их пережарить. Подожди. Ну это печка. Ну это плавилка ведь. А! Подожди, ну да, здесь вот, типа, мы плавим это самое. Вот тут даже формочки есть. Подожди, а здесь что? Подожди. А я могу туда запрыгнуть ведь, нет? А как я могу посмотреть? Ладно, неважно. Что-то я прицепился так. Минутку, следующее. Нам нужно... 10 железных пластин и 20 этих. Окейшки, ложим. Теперь нам нужно еще 10 железных прутьев. 10 железных прутьев крафтим. Ложим сюда. Так, хаб улучшился. Ага. Congratulations. You have unlocked hub feature, biomass burner, scanner feature, copper, new buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Seventh objective. Complete hub upgrade 3. Note. Connect buildings to a biomass burner for power. Note. Buildings such as the smelter require a recipe to be set. Я понял. Окей, собираем. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Так. Portable miner, он говорит, что надо взять с собой. Таскать. Почему так FPS сильно просаживается? Чего? Внимание. Area under construction. Чего? Ладно. Хаб уровня 3. Улучшение. 20 пластин, 20 прутьев. Ага. Так. Нам нужно... Подожди. Нажмем на... Что? На Tab? Нет. На Q. На Q нажмем. Так. Плавилка открылась. Верстак.
Мастерская. Ага. Ладно, погнали крафтить мастерскую тогда. Так, мастерская. Так, нам нужна плавилка. И копер нам нужен. Минуточку, я хочу кое-что посмотреть. Минуточку. Очень странно. Очень странно, ребята. Очень странно. Так. Ладно, погнали. Так, это переплавляется железо. Так, проволока и кабель у нас еще открылся. Окейушки. Что нам нужно было, подожди? Что нам нужно? Ага, копер еще. Медь, подожди, а где медь? А где медь тут? Блин, а где медь? Так. Я не понимаю, почему такое просадки FPS очень сильные. Я графику снизил настройки видео. Средняя. Я не понимаю. А где звук? Так, о, ягоды. This is one of multiple edibles we have detected in your vicinity, which are within approved nutritional and medical categories as established by R&D. A new research tree can now be accessed in the MAM. Так. А я медь искать хотел, уже. В нажимаем, а копер. Копер, где копер у нас? Ага, в той стороне копер. А, 124 метра в ту сторону. 120 метров в ту сторону. А тут высоко? О, кстати, а тут неплохо, неплохое место, смотри. Тут два железа. Тут два железа и тут еще два железа. Это железо там? Аккуратно спуститься. Это что, железо? Железная руда, да. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Здравствуйте, how are you? Подожди, ну, давай, прыгай. Вот так вот, замечательно. Получу по морде. Подожди, а где тут был копер? Я где-то копер видел. Подожди, копер он где-то был тут рядышком. Медь. Копер где-то... Опа-на, штуковина это непонятная. Ладно, пускай тусуется эта штуковина непонятная. Потому что... А, вот копер где. Да-да-да, здравствуйте. Ух ты ж какой... Злой дядя. Извините, пожалуйста. А можно, пожалуйста, быстрее? У меня тут... Ай. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Да вы куда идете? О, ух ты ж. Ей. Ой-ой-ой.
Здравствуйте, извините, пожалуйста. Да-да-да, иди сюда. Цыпа-цыпа. Ага, да давай, Торо. Давай, хоба. Мимо. Как он... Воу. Как он опасно виляет. Давай, иди сюда. Ну. Давай. Да, ты чё, издевайся. Воу. Ух ты ж, еба. По морде получил я. Здравствуйте, вставай. Тебе нормально там? Ну да он такой, намана. Да? Намана? Так, медная руда. Подожди, она не богатая ведь здесь. Ведь обычная тут, правильно? А, обычная, да. Обычная медь. Нормально, кстати. А, место расположения тоже хорошее, кстати. А, там, где начальное место, там этот самый, как его называется-то? Как его этот? Не копер, а этот. Известняк очень... Как его называется-то? Подожди. Ой. Да ё-моё, ты ломаешься. Во. Я могу такое сделать, кстати. А? Фокус какой. А, в общем-то, там известняк очень слабый. А, для добычи. А здесь он обычный. Так что здесь намного лучше добывать копер. Не копер, а этот. Известняк. Извините. Совершенно так. А, окей, все, хватит. Добывать копер. Погнали. Кстати, по дороге надо собирать вот эти вот штуковины, надо вот чего собирать по дороге. Ага, да, еще надо смотреть вокруг, как там было. Чего? Белировый орех? Окейшки. Допустим, возьмем. А почему нельзя скипнуть... вопрос, почему скипнуть ночь нельзя? В Майнкрафте можно скипнуть ночь, а в этой игре нельзя скипнуть ночь. Приколы, ребята. В чем-то Майнкрафт лучше, а? Этой игры намного. А, так, это что у нас? Медь, правильно? Да, медный слиток. Так, добываем медь. Ой, то есть слитки медные. Подожди, а нам на ведь проволоку 20 штук, да? Проволоки нужно. Ага. Так, проволока, 20 штук. Давайте проволоку крафтим. 20 проволоки. Давайте побольше. Побольше. Да, проволоку давайте закинем сюда сразу же. Проволока. Погнали дальше крафтить этот самый. Так. Ой. Забираем. Подожди, а у нас есть железо? Подожди, у нас в инвентаре железо. Да, есть железо. Так. В инвентаре есть железо. Значит, делаем мы что? Пластину делаем. Пластины нам нужны. И эти самые железные прутья нужны. Да, железный прут. Окей. И железные прутья. Поехали крафтить тоже. Ага. И мы скрафтим с вами мастерскую. Давайте. Мастерская, подождите. Я куда поставить мастерскую? Ладно, пускай стоит здесь пока что. Все равно. Так, мастерская, здравствуйте. Здесь мы ставим бур. Мне нужно, подожди.
наметь одну, правильно? Одну наметь, и тут еще на железо два. Подожди, четыре мне нужно. Четыре бура нужно. Это минимум. Потому что еще на вот сюда вот надо ставить, правильно? Руки. Вот. Здравствуйте. Андроид. Андроид. Здравствуйте. Андроид. Дрон-дрон. Значит, сюда ставим вот это вот. Добывается. Потом мы ставим. Потом мы ставим сюда вот железо. Ой, да. Мы ставим на железо, ставим. Да. Две на железо ставим. И одну на медь ставим. Ой-ой-ой. Да кто это? Где кто? А, это Надя. Подруга Эдгара. Стоит там. Так, и ставим сюда вот на медь одну. Окей, пускай стоит. Добывает нам медь. Пока мы с вами туда-сюда ходим, теперь нам хотя бы не надо вручную это все добывать. Этим самым. Чего? Так. Так, минуточку. А я потерялся. Улучшить хаб. В той стороне. Смотри, вот этого тоже соберем. Нам ведь скажут что-нибудь? Не? Ай-яй-яй. Так. Ну да, только через эту, да, получается? Самый близкий проход. Harvest it. Собери это. Или... так, нам, подожди, нам этот цемент не нужен пока что, правильно? То есть известняк. Ну, мы соберем известняк. Известняк нам нужен будет. Мы заранее соберем известняк. Так, буры. Собираем бур. Раз бур. Буры есть бур, два бур. Так, два бура. Собираем и... А что мы еще можем делать сейчас, кроме бура? А кроме буров, что мы можем? Ксеношокер делать. Ага. А что еще мы можем построить? Плавилку можем построить. И линию электросети можем построить. Плавилку можем построить. Ага. Ну ладно, допустим-то. Плавилка, подожди. Плавилка, то есть надо в эту сторону, да. В эту сторону, давайте. Тогда погнали строить вот так. Закидываем сюда, что вот это. Сюда закидываем наше топливо. И делаем мы что, проволоку. То есть кабель делаем. Ага, надо еще проволоку скрафтить, допустим так. Делаем кабель. Так, у нас есть кабель. Значит, так. Mm,
Ладно, пускай так стоит. А, я могу еще один скрафтить? Нет, не могу, проволоки не хватает. Понятненько. Кабель. А, проволока надо. Крафтим проволоку. А, проволока. Проволока-то проволока, подожди. Оп. Медь. Закидываю медь. Ага, я не могу поставить медь, потому что я понял, почему медь не могу поставить. Мне надо с железом сначала справиться. Фу, железные пластины, допустим-то, погнали. А, железные пластины и вот это вот. Окей, закидываем вот это. Вот. Так, делается у нас... Минутку. В течение этого часа активность чего-то там. Прогулку надо, он говорит мне. Он говорит, что мне надо пройтись, походить. Что мне нужно было? Железные прутья. Железные прутья мне надо было скрафтить. Окей. Железные прутья. Готово. Congratulations, you have unlocked scanner feature, limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Eighth objective, complete hub upgrade 4. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Все? Хаб уровень 4. Требуется лаймстон. А, бетончик требуется, окей. Погнали бетон крафтить. Погнали бетон крафтить. Так, бетон мы скрафтили, минуточку. Закидываем бетон. Ага, теперь доступно вот это вот. Ага. Рассоединяем. Ставим сюда вот эту. Проводим сюда, сюда. Так. Теперь у нас делается медь. И железо плавится, окей. Ага, замечательно. Забираем железо, пожи. А я могу что-то построить? Конструктор. Требуется усиленная железная пластина. Усиленная железная пластина. Подожди, а я могу что построить, кроме... Тут требуется... Ага. Тут требуется вот это. Я понял. Я понял. 20 вот этого требуется. 20 кабля. Проволока. Крафтим проволоку, ребята. И делаем кабель. Закидываем кабель. И требуются пластины простые, да? 75 пластин. Погнали пластины просто крафтить. Угу. Угу. Так. Железные пластины. Угу. Так, погнали. 75.
Погнали. Так. Congratulations. You have unlocked building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. Ninth objective. Complete hub upgrade 5. Note: portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice: when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Окей, погнали. Угу. Уровень хаба 5. Давайте все закидываем просто тупо. Ага. Тупо закидываем и погнали за бетоном. Кстати, бетон нам нужен будет еще. Берем бетон. Завершите улучшение хаба 5. Окей. Бетон. Погнали бетон крафтить. Нам нужно опять железа много. Угу. Нам нужно в этот раз много железа. Так, давайте выкинем в инвентарь. С инвентаря выкинем вот это. Вот это все выкинем. Угу. Так, а что у нас по топливу? Что у нас по топливу? Ну, пока что хватает топлива. Так. Железо. А, нам железо надо закинуть. Берем железо. И еще одно железо. Подожди, я могу еще одну поставить, плавилку. Не хватает прутьев. И медной это самое не хватает. Медной это самое не хватает. Ага. И прутьев не хватает. Ну, допустим-то. Сейчас мы поставим еще одну. Аккуратно ставим эту. Не хватает чего? Ага, кабеля не хватает. Не хватает кабеля. Погнали, тогда построим сейчас кабель. Кабель. Надо за медью сгонять. Вот кто-нибудь, ребята, был бы, вот кто-нибудь мне помог бы, а? Так чё, железо? Да, железо. Сюда закидываем железо. Сюда тоже железо закидываем. Копер. Забираем копер и погнали за копером. Так. Пока что бетона мы можем вручную пока что бетон крафтить. Вау! Я летчик-испытатель. Подбираем наш весь хлам. Окей. Медь тоже подбираем и побежали. Погнали вот это вот. Оп. Так, подбираем все эти вот. Пум-пум-пум-пум-пум. Что мне нужно было? А, медь закинуть, правильно? Закинуть медь, погнали. Нам нужно железные пластины. Железные прутья называются они. 75 штучек. Много довольно, кстати. А подожди, ага, винты.
Там надо две штуки, правильно? Для крафта. Почему я не могу скрафтить? Железной пластины не хватает. Вот, усиленная пластина. А, я могу тебе крафтер скрафтить. Конструктор, точнее. Не хватает вот этого теперь же. Замечательно. Погнали кабель крафтить. А, я могу тебе скрафтить конструктор. Да, могу. Спасибо. Конструктор пускай стоит здесь. И конструктирует, пускай он нам что? Бетон пусть конструктирует, ладно. Пускай конструктирует бетон нам. Чтобы вручную не крафтить, ладно. Пускай бетон он нам это делает бетон. Так, делает он нам... Сколько там ему надо? Он два, да, кушает одновременно? Или сколько он употребления ему? Три. Он даже по три кушает. И делает два бетона. Ага. Понятно. А, значит... А что мне нужно было? Ага. Нам нужно... Кабеля нам нужны. Окей, нам нужны кабеля. Подожди, а кроме кабелей? Конструктор, верстак, мастерская, плавильня, линия... конвейерные ленты открылись. Ладно. Все равно на эти конвейерные ленты давайте заниматься... Так, что нам нужно? Прутья нам нужны. Погнали прутья крафтить. Прутья. Так... Подожди, а там что там по железу нам? Подожди, что-то по железу, Окей, полное железо. Ага, он скрафтился. Хотя бы какой-нибудь сигнал бы подавал бы, что он, типа, скрафтил бы. Такой, знаешь? Так, забираем, погнали. Значит, железо. Железо. Медь. Все, погнали крафтить медь. Значит, медь. Проволоку крафтим, значит. Что там надо было? А, да. Проволоку крафтим. Много проволоки, во-первых. И делаем 50 капель. Ладно, давай тогда мы делаем сразу. Короче, тогда всю проволоку сразу делаем. Ага. Так, теперь кабель делаем. Так, сколько 50 минус 24, сколько это будет? Ну, давай в запасы, может быть, сделаем, окей. Положим сюда вот это. И прутья еще крафтим. Вот. Congratulations, you have unlocked building miner mark 1. Building, storage container, hub feature, additional biomass burner. 10th objective, complete hub upgrade 6. Note, there are no notes. Так, совершите улучшение хаба 6. Улучшение хаба 6. Опа, биомасса дальше будет, да? 100 этих, 50 вот этих требуется. Закидываем все. Что у нас есть? Бетон. Кстати, бетон. Вот я не зря-то я бетон поставил, ребята, а?
Я уже так и знал, что надо бетона будет закинуть бетон нам. Бетон. Берем бетон. Закидываем. Пум-пум-пум. Бетон закидываем. Так, нам нужно что? Коппер. Ага, проволока именно нужна. Нам не нужна этот самый. 100 штучек требуется. Окейшки, погнали. Давайте проволоку крафтим тогда всю. А, ну да, давайте сначала просим все в копперный этот самый проволоку, а потом, если нужно будет, мы сделаем кабель, создадим. А, окей, закидываем коппер. Теперь нам нужно прутья и пластины нужны. Угу, прутья и пластины, значит, берем железо, собираем железка. Медь. Блин, надо за медью сгонять. Ой, кстати, я не положил. Дурачок я. Забыл. Голова у меня это самая. Так, сколиозная. Так, минутку. Закидываем железо, давайте. И сбегаем за медью. Давайте за медью сбегаем. Ведь нам медь не нужна. А, по идее, медь нам не нужна пока что, но давайте сбегаем за медью все равно. Потому что тир 1 и 2 там будет в будущем у нас. А, кстати, мы можем такое делать, точно. Зачем вокруг ходить, кстати? А, и да, не забываем собирать вот это вот. Листочки вот эти вот всякие. Всякие вот эти вот листочки. Вот это вот все, не забываем собирать. Вот это вот. Так. Вот это вот все собираем. Обязательно. Так, это что у нас? Медь, правильно? Да. Забираем медь, погнали с медью. Так, медь. Значит. Что там восклицательный знак стоит? Я не понял, а почему восклицательный знак? У нас что, топливо закончилось, да? Погоди, а где восклицательный знак? А-а-а! Тьфу ты, не пугай меня. Я думал, уже топливо закончилось. Я испугался уже. Подключаем. Ой, нет, подожди, не подключаем, извините. Так, медь закидываем, медь. Так, что нам нужно? Нам нужно пластины и вот это вот. Погнали крафтить сначала прутья. Давайте прутья сначала накрафтим побольше. Давайте прутья накрафтим. Сколько там прутьев надо? А, 100 штук. Погнали крафтить 100 штук. Так, 100 прутьев, 100 пластин. Кстати, для этого самого нужно тоже... Закидываем сюда, вот сюда вот это, для элеватора. Там тоже надо будет очень много всего. Так, мы крафтим пластины. А, 100 штучек. Ага. И... Опа. Да.
Где он? Congratulations, you have unlocked building space elevator, building biomass burner, heart biomass. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Как это? Future developments should be aimed at constructing the space elevator and, as such, initiating project assembly. Good luck. Ага, спасибо. Магия вне Хогвартса, ребята. Запрещена магия вне... Мы построили что? Окейшки. Вот наш туалет. А где телепортация? Вне Хогвартса, погоди. Чего? Так, это у нас игра в... игра в игре. Ага. А почему нельзя скипнуть? Ночь. Холодильник есть даже тут. Это что, Нет, это не микроволновка. Шкафчики. Ну тут что-то не хватает, ребята. Серьезно, в этом хабе что-то не хватает. Ну туалет. Слушай... Дверей не хватает! Здесь дверей не хватает! Если я буду тут вот сидеть... В параше... Кричат, занято! А тут вдруг какой-нибудь извращенец будет стоять смотреть, как я тут это... Тут дверей не хватает! Разработчики, сделайте двери! Здесь! Окей, подожди, а что у нас дальше идет? Дальше идет уровень 1 и уровень 2. Окейушки, ребята. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, потому что мы с вами... сейчас напишу я. Сохранюсь, кстати. Давайте перед сохранением, кстати... я выложу в контейнер. Давайте я все в контейнер выложу вот сюда вот, ребята. Так, у меня больше... Так, да, у меня больше ничего нету в инвентаре. Да. То есть... Чего? Вот. То есть в инвентаре есть... Наоборот, выложить с инвентаря. Фу ты. Запутался я. Я думал, оп. Вот, теперь ничего нет у меня в инвентаре, да. Вот, если что, будет тут вот лежать все, ребята, для вас, кстати. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы. Обязательно лайк, ребят, подписка. До 1000 осталось буквально чуть-чуть, ребята. Ссылочка на скачивание этой карты будет в описании тоже, ребята. Всем, ребята, пока. Увидимся в следующей серии. И мы продолжим уже тир первого уровня. Всем, ребята, пока.